ОСК «Горизонт» – вид деятельности строительства жилых и нежилых зданий. Причина автоматизации. Строительная компания «Горизонт» предлагает полный комплекс услуг проектирования и строительства социальных объектов, многофункциональных комплексов, объектов энергетики и инфраструктуры. В текущем году компания начала строительство жилого микрорайона в городе Свободный Амурской области, которое планируется закончить к 2024 году. Компания выступает в качестве генерального подрядчика. Потребовались доработки 1С документа оборот Корп для автоматизации процессов по данному объекту. Цель – создать единую информационную базу для коммуникации с участниками проекта. Процесс автоматизации. Компания обратилась за помощью в фирму-партнеру франчайзи 1С ООО «Кудерлайн». Команда специалистов изучила конфигурацию и принципы работы в системе. Затем подготовили проект модернизации на основании поставленной задачи. Опишем доработки 1С документа оборот Корп и полученный результат. Организовали деловые отношения с партнерами по объекту «Жилой микрорайон город Свободный». Выделили программную область, где происходит обмен корреспонденцией, входящая и исходящая почта, файлы, документы среди участников проекта. Создали шаблоны документов, разработали алгоритм сбора данных, чтобы ускорить процесс обработки и оформления электронных документов. Установили порядок согласования документов для определенного управления процессом. Реализовали функционал для объединения рабочих групп, занимающихся конкретными задачами. Строительные работы, доставка материалов, техническое обеспечение и другие задачи. Автоматизировали проверку электронных документов перед визированием руководством ООО «СК «Горизонт». Настроили пересылку документов партнерам для исполнения, а также передачу одной компании в финансовый отдел компании для разрешения финансирования. Благодарим фирму «Кудерлайн» за эффективную автоматизацию бизнеса. Деловая переписка с партнерами ведется в единой системе документа оборот Корп. Документы никуда не теряются. Приходит время, их всегда можно найти и проверить информацию. Деньги выделяются строго по назначению. Теперь можно сказать с уверенностью, что строительство микрорайона закончится точно в срок.